сошел с ума. Наверное, правит этим миром уже не Бог, а сатана. Весь мир не видит и не слышит все эти стоны, звон церквей не слышит или не хочет слышать стон матерей и плач детей. Очнитесь, люди, говорю открыто, нам движется на всех одна беда. Скоро и в Африке начнут скакать и прыгать. Маразм не лечится, а жизнь — это чума. Вот взрыв, воронка возле дома, осколки смерти и боли стон. А тот, кто смотрит прицел с окопа, опять заряд вставляет в ствол. Это не люди, это звери, кто нажимает на курок. И гибнут люди, гибнут дети, призыв их совести не впрок. Очнитесь, люди, говорю открыто, нам движется на всех одна беда. Скоро и в Африке начнут скакать и прыгать. Маразм не лечится, фашизм — это чума. Но так не может продолжаться, и жизнь свое возьмет сполна. И ценность жизни вновь станет главной, привычной станет радость в глазах. И детский смех в глазах открытый растопит